У меня есть старшая сестра Лёлька. Ну-ка зайдём, только посмотрим и сразу обратно. И однажды я решил поехать к ней в гости. Я давно забыл эту историю, а недавно я припомнил все, что было, и стал об этом думать. Та ёлка была 20 лет назад. Не будем глядеть подарки, давай лучше съедим по одной постели. Лёля, Нинка, кто из вас откусил это яблоко? А давай так. Пальцев меньше, тот пусть ищет. Так и знал, что обман. И раз. Девочка, продаешь галошу? Да, продаю. 100 рублей стоит эта галоша. Сколько? Давайте дам за нее 2 копейки.